Раз. Ты чё, 16 плюс? Мы сегодня делать будем кока-колу. А жареную свинью. А так как у нас не оказалось нужных продуктов, мы едем в магазин. Подожди, я же без велика. Не украли наш велосипед. Нету, короче, нашего сиропа. Ничего, будем использовать кленовый. А сколько в ложке там? 200. Серьезно? Да. Там же нужно 100 пакетиков. Пакет нужен? Карточку, пожалуйста. На меня. Такой мерсик. Хипстерский почти. Да ну что ты? Орел или решка? Говно. Закупка произведена. Едем делать колу. Надо высыпать 3 пакетика с кофе в эту тарелку. Пакетика с кофе? А как его разрезать? В тарелку. Давай еще один пакетик. Дайте ножницы. Это нормально, это пусть так будет. Так, дальше знаешь, что надо? Нужно 5 ложек сахара. Раз. Ты чё, 16 плюс? Пошу. Надо 1 ложку черничного и 2 шиповника. Но так как у нас есть только лесные ягоды, мы воспользуем 2 ложки лесных ягод. Это Арсений, не надо. А чё? Это невкусно? Нет. Честно? Да. Ты не шутишь. И мы добавим вместо шиповника чуть-чуть кленового сиропа. Что он слишком густой. So end in sight. Just remember. When they bring you down, drag you through the ground. Там вообще его нет по рецепту. Самый главный ингредиент, по-моему. Тебе надо взять стакан. Налить сюда из нашей бутылки воды. Что, с газом? Ну да, кола же с газом. Чего, можно было без газа делать? А ну кола? Я выйду. Выливай. Так аккуратно, чтобы оно все не выплюхалось. Все выливай. Я демонстрирую, ты все? Не будешь. И надо перемешать, чтобы не было комочков, и залить сюда. Чайную ложку. Ты что, с этой ложки, блин? Ты что за гигиена? Ну ты так Макдональдс сделал тебе бы уже. Оштрафовали на 200 баксов. Вот что сделать? Что я пробую? Я вообще это рад сегодня. Вкусно? Оно сначала идет в кофе вкус. Слушай, плохо размешанный. Потом сиропа сразу.
Ты про такую штуку ты спрашиваешь? Да, да. О, ну, да тихо, я же хочу, что только стоит, дай сюда, да. Угу. Сейчас все на все разольем. Ты об этом знал? Сейчас я вытру, спит меня. Oh, I will pick you up. Как тебе? С виду похоже на колу? Не, сильно ярко. Ну, кола просто черная, это ничего. А на что похоже? На квас похоже, на компотик какой-то. На хуй. Ты будешь наливать, не будешь? Я пробовал суп из колы, я пробую колу. Ой. Ну, короче, ну, чуть-чуть есть там какой-то такой привкус колы, а так вообще спокойно кофе. Мне кажется, много кофе насыпали. Или что-то а ты хотел четвертый? Насыпать то, чего, что даже можно было перебить кофе. Я знаю, что с этим делать. Я его себе заберу домой. И буду пить его каждый день. Забирай.